Обзор на турецкое, ой, татарское мыло, вот красненькие такие, веселенькие, бабушка шафранчики, везде уже татарское мыло такими островками растет. Крыжовник, раз, вот жарочки уже отсели, тут смородинка, там смородина, но в этом году хоть завязалась смородинка. Да, надо сказать, что бабушка тут очень симпатичные беленькие розочки вот выращивают. Я тоже отсадила, но у меня один пока кустик. Надо отрезать, и будет новенькие кустики завести. Так, что тут еще у нас есть? Анютки бабумашины тут хорошенькие. Вон тут вместо смородины крыжовник посадили. Тут бельчонок ходит маленький. И куча-куча капустниц. Просто невероятное количество капустниц развелось. А тут вот дельфиниум распустился. Белый у мамы Гали. Синенький. Тут вот турецкая гвоздика. Ну, тут еще не пололи. Надюшке руки не дошли. Гортензия. Вот это не знаю, что за ромашка такая, красотка. И пиончики вот еще только распускаются. Сегодня 26 июня. И пока еще, конечно, прохладненько. Для пиона не успели вырасти. А вот самый интересный сад, который приехал из Магнитогорска. Это вот уже какой, наверное, третий год. Смородина тут разрослась. Черная. Тут вот побеги красные. Вот мне обязательно надо будет красную выписать тоже эту мармеладницу. Жимолость шикарная. Вот здесь вот вообще просто синяя такая крупная, сладкая. Сейчас погрызем. Вишня тут вот. Красная. Ну, тут, в общем, ряд вот красной смородины. Тут черные смородины. А здесь голубика, ну, пока с трудом вылезает. Она очень любит кислую почву. Ну, не знаю, может, еще перезимует, на следующий год будет хорошо себя чувствовать. Тут капусту окучила вчера маленько, горошек. Вот. И с Надюшкой мы тут сколько, 5-6 рядков прошли в картошке. Еще остается 15.